Очередная распаковка. Радиодетали. Одна посылочка. Вторая посылочка. Так, что у нас здесь есть? Не совсем то, что обещали. Но, тем не менее. Это можно просверлить, поставить в корпус. А это штекер для подсветки дневного света. В принципе, так мы и сделаем. Просверлим пластик, подпаяемся к 12 вольтам, ну и соответственно подкинем. А с этой стороны штекер у нас будет закручен. Дешевая там, дешевый лот был, в принципе. Ну и так симпатичненько будет смотреться в машине. Так, даже шайбочки есть, уже хорошо. Гроверы. Так, здесь у нас вторая плата. Схема подключения есть. А, так, это на лампочку, а это линия 0. А это датчик. Подключаем, и по идее должно все работать. Но нам же интересно, что внутри, поэтому мы сейчас туда и заглянем. Тут даже можно разбирать. Так. Опа. Плата изымается. Один резистор. Здесь у нас транзистор. Катушка. Микрофон. Конденсатор и какая-то микросхема. И еще диоды. Еще там СМДшки всякие. В общем, посмотрим, как это чудо-вещь работает, когда установим ее куда-нибудь для какого-нибудь проекта. В общем, как-то так. Ну а пока закроем все это дело. На 50 ампер, что ли? В общем, посмотрим, как все это будет работать. Тут, я так понимаю, датчик движения, что ли? Уж интересно стало еще раз вскрыть. Вообще, по идее, на хлопки должно реагировать, поскольку там микрофон. Да, это микрофон. Катушка микрофона. Так. Как-то удивительно. Микрофон здесь, а здесь катушка. Ну, в общем, вот такие вот закупки. Ссылка будет в описании.